тайной материи какая-то, да, там, скажем, плотность или чтобы они могли удобно. Автор книги Владимир Ильич Вардугин подписывает. Видишь, сказал автор, вот, вот за это, вот, вот тебе за это. 17 августа. Да, и пусть смотри, конечно, пусть будет там. А то сказал автор, я пишу автор. Да, да, пусть будет там, пусть будет в будущем это все. Одиннадцатиклассники, это прямо они сейчас какие-то еще на третьи. У нас есть какая-то секция РБС. Но они все русские, пугайся, не радикалы такие. Нас так всех застращали, да, вы только русского не писали. Нас там много наших занимались. Нас стращали, мы наплевали, взяли, вот, мы сдаем да. Русское речь. Между прочим, когда мы эту газету регистрировали, слово «русское» было запрещено, нельзя было регистрировать. Нельзя было регистрировать, когда, после того, как Ельцин расстрелял Белый дом. Помнишь, у нас на 11 сентября на площади вот этот конфликт, который якобы у нас там произошел? А он произошел потом, после нашей площади, этот конфликт. Да. И когда разборка была в администрации и у Шинчука по этому поводу, а в администрации собрались все силовые структуры, и когда наши УВД начали говорить, на праздники общество трезвых, я говорю, так, стоп, давайте-ка разберемся, господа. Что на празднике произошло? Ничего. Более того, вы должны нам сказать спасибо, что наши ребята погасили конфликт. То есть он назревал, на него напрашивались, а наши ребята позвали полицию и всех развели. А то, что они потом договорились, где-то стрелку забили и встретились по-пацански, да, это уже другой разговор. Это же не на празднике трезвости было. И я вот остановила тогда этот процесс. И я мучительно думала, господи, что с этим делать? Они все сидят, вот все эти вот столпы там, да, и не знают, как вообще об этом говорить. Я столкнулась с тем, что они...